Опять повторю, я не отрицаю, что есть специалисты, которые действительно чувствуют звук на очень тонком уровне, вплоть до того, что они, может, как-то, ну, как бы видят, как он там воздействует на человека, на какие-то его зоны. Но таких людей единицы, по-настоящему чувствующих, а большинство просто спекулирует на вот таких вот хайповых темах чакр, нот и так далее. И, пожалуйста, просто не ведитесь на такие вот вырезки, взятые из интернета, на специалистов, которые оперируют только такими знаниями и именно стараются прорекламировать себя чисто за счет вот этих вот черно-пиарных тем.